Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами на связи Екатерина Чистополь, и я решила записать это видео, потому что часто меня спрашивают, как делать вот такие красивые статусы с различными надписями, с картинками в социальных сетях. На самом деле сделать это очень просто. Первое. Выбираем социальную сеть, в которой мы хотим разместить статус. Вот здесь, видите, есть окно, написано, что у вас нового. Вот именно сюда мы будем этот статус размещать. Далее, в новом окне мы открываем один из браузеров, Яндекс, Google, Mail.ru, Rambler, то есть то, что вам нравится. И выбираем картинки через поисковик, например, цели. Нажимаем «Найти». Тут вы видите, разные картинки вам предлагает Яндекс, да? Либо можно поменять, вот смотрите, сейчас мы одно слово добавим, достичь цели. Здесь уже будут другие картинки, то есть вы выбираете то, что вам нравится. Потом наводите на эту картинку, правой кнопкой мыши щелкаете и выбираете сохранить изображение как. Значит, здесь вам компьютер предложит название, можно с тем названием, которое уже есть, можно его переименовать, выбрать, куда сохранить, и нажмите «Сохранить». Я это делать не буду, у меня картинка уже есть. Далее, идем на нашу социальную сеть. Значит, что у вас нового? Кликаем сюда. Вот здесь, видите, есть «Прикрепить». Нажимаем «Фотографию». Выбираем, значит, «Загрузить фотографию». Да, ну, у меня она уже загружена, у меня она есть. Вот. Значит, я выбираю фотографию, которая есть. Далее, что у вас нового? Здесь пишем какой-нибудь цепкий заголовок, который подходит под вашу фотографию. Здесь у меня касаемо цели. Ну, давайте напишем так. У вас не хватает энергии? Энергии? Значит, у вас нет цели. Найдите свою цель, и энергия появится. Далее, можно сюда можно вставлять статьи, писать, да, можно просто заголовок. Сюда можно вставлять ссылку. Ссылку можно прикреплять, то есть видеозапись, аудиозапись, заметку, опрос, таймер, то есть здесь можно что угодно. Сейчас я просто напишу свою ссылку. Я хочу установить ссылку на свою рекрутирующую страничку в моем бизнесе. Вы можете установить ссылку на свой блог, на свой сайт, то есть то, что вам необходимо, да? И нажимаем кнопочку «Отправить». Далее, что можно сделать с картинкой? Нажимаем «Редактировать». Смотрите, на картиночку, то есть можно отредактировать заметку, мы будем редактировать картинку. Здесь есть действие, да, фоторедактор. Я рекомендую картинки редактировать, чтобы они у вас были ваши личные. Смотрите, здесь есть функции добавить текст, кадрирование, размытие, повернуть, автокоррекция. Вот если вы нажмете добавить текст, вы будете какой-то текст сюда забивать, вот он у вас на вашей картинке здесь снизу появляется. У нас уже текст есть, поэтому мы его забивать не будем. Мы сделаем что? В любом случае, лучше изменить фон, цвет, ракурс. Да? Вот можно выбрать, будет вот так, на таком фоне. Можно выбрать темный фон. Да? Можно выбрать, сделать вот таким, как негатив в фотографиях. Да? Можно сделать вот такую желтенькую. Давайте желтенькую оставим. Нажимаем «Сохранить». Так, здесь закрыть. Вот ваша картинка. Видите, она уже измененная. Она индивидуальная. И нажимаем «Сохранить». То есть вот мы установили статус. Далее можно нажать «Поделиться», «Отправить в соцсети», «Друзьям». Можно нажать «Мне нравится», «Лайк». Вот таким образом устанавливаются статусы, устанавливаются картинки. Все очень просто. Поэтому, друзья, пожалуйста, применяйте. Подписывайтесь на мой канал YouTube, потому что еще очень много интересного вы для себя узнаете. С вами была Екатерина Чистополь. Удачи вам и хорошего дня!